30 сентября 2022 года. Сегодня планирую прогулку в нескольких местах. Сейчас посмотрим, как грибная ситуация складывается в молодом смешанном лесу. Рогатик гвоздевой. Вообще-то он съедобный. Берем. Встретился чудесный экземпляр несъедобного гриба. Калифора наземная. Какая она пушистая. А белые есть? Выходи. Так, и мы что-то нашли. Ух. Три, четыре. Ох, какой чистенький. Альбинос называют его местный. Красота. И еще. Ну, как вам? Это белоснежное счастье. Фу-фу. Так. Ну что? Неплохая компания для начала. Красавчик. Красавчик. Так, встречу с белоснежными подберезовиками отмечаем сбором крупнейшей черники. Вау! Так. Подвиженько. Ну, вот такая она. Съедобная. Но мы такие не берем. Начался дождик. Но мы не отчаиваемся. Идем. Так, это у нас кто? Так. Ох, тоненькая ножка. Подберезовик. Ух ты. Смотрим. Так. Чистенький. Крупноват, конечно, но пока возьмем. Прогулка по папоротнику может закончиться незапланированным купанием. Кто хоть однажды ходил по папоротнику, тот понимает, что сначала у тебя увлажняются колени, а потом ты мокрый хоть выжимай. Ой, красавчик. Ах, белый подберезовик. О-ля-ля. Красавчик. Дождик немного утих, но ноги мокрые. Азарт сглаживает все нюансы погоды. Подберезовик. Красавчики. Ой. Вот эта песенка. Красавчики. Не успел ты. Я
Не успел, дорогой. Не успел. Я была первая. Уф. Прислушаемся к советам опытных грибников и будем чистить ножку, как молодую картошку. Осень-осень. Все желтеет, постепенно краснеет. Так, ну лесок больше берез, поэтому и встретились нам белые подберезовики и обычные подберезовики. Ох, и погодка сегодня. То солнце, то дождь. И вот еще один чудесный экземплярчик. Ты кто? Оу, еще один подберезовик. Ой, все. По-моему, сегодня нагулялись в березовых лесочках. Старичок, а ничего. В лесу ходить нужно осторожно. Есть опасность наступить на козлов. Ребятушки, вы ребятушки, тара-тира-та-тира-та. Ой, дождь усиливается. Вышла снова на полянку с козлятами. Но сегодня у меня другие планы. Вышло солнышко, и мы оказались в лесу, где очень много беломошника. Такая картинка, как из сказки. Кто-нибудь их уже видит? Эту сладкую парочку. Раз. Два. Ой, здравствуй, карапузик. Так, и второй. Ой, какой чистый. Фух. Так, ну что, симпатяги. Осенний натюрморт. Грибы для здоровья. Ох, как пенек. Природа художественно оформила. Лепотень. Так, 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 так. Как подружились грибка. Убить их. Куда зашли, то и находим. Сплошные подберезовики. Ну, красота.
Красота. О, так их тут два. О! Ой, молоденькие какие. Ой. Боже мой. Девственно прекрасен. Ой. Боже мой. Какая красота. Ну. Чудо. Чудо. Ой, раз. Так, только что был еще один малыш. Вот. Два. Боже мой. Боже. Ой. Здравствуй, карапуз. И три. Ху-ху. Так. Боже мой, и солнышко нам в помощь, чтобы рассмотреть. Ой, ну красавцы. Так. Ух, вот вам красота. Чудесное место. Красота неописуема. Лес смешанный, молодой. Ой, песня. Что ни пенек, то произведение искусства. Фу. Ну, вдруг будут интересоваться, где я нахожусь. Это не секрет. Я здесь впервые приехала на разведку. Ой. То ливень, то солнце с дождиком. Это чудесное солнце. В общем, очень много подберезовиков. Ну и в целом более ничего. Но места... Места чудные. Лес легкий, светлый. Единственная проблема. Хоть и называется это место, я скажу чуть позже, как... Беда любых лесных уютных местечек. Люди организовывают свалки. В этот заказник можно просто приезжать и любоваться пеньками. Но... Ну, сказочный лес. Любование природой приносит свои дивиденды. А это у нас очередной подберезовик. Ух, ну не тот старенький. Так, кто у нас тут? Ух ты! Хороший. Вот такая березовая красота у нас получилась. Белые подберезовики, темно-бурые и обычные серенькие. Чудо! Солнце вышло. Фу! Небо голубое! Солнышко большое! Шумите, шумите,
надо мною бороться. Вот это я напела. Ух ты! Вот это красавчик! Вот это красавчик! Вот березовик. Ого! Шедевр. Колыхайте, люляйте, моя. Трудится дятел. Неутомимый чистильщик леса. Если хотите найти гриб, обязательно не пропускайте брусничку. Вот она. Нет. Вам обязательно улыбнется. Удача, подберезовик. Болотный. Красота. Та-да-ти-да-ра-ти-да, та немного посплю. Меняем лес. Свет с тьмой борется. Мы надеемся найти белые. Я пришла на свое место, где растут белые. У меня сердце сейчас выпрыгнет. Раз, два, три. Фу, красавчик. Раз, два. Три. О, боже мой, боже мой, бог. Ой, беда. Беда. Так, тут что? Тут тоже беда. Ой, пустой. Ну что ж такое? Так. Пожрали. А шляпка хорошая. Ну, третий. Жуткая история. Так вот. Я пришла на свою оленью тропу, потому что тут растут гигантские белые. И вот он. Вот он. Вот он, монстр. Что у нас там? Тут тоже беда. Кстати, небольшая подсказка, где можно искать белые. Белые любят березки и папоротники. И вот он. Какой красавец. Так.
Не будем томить чисткой что-то. Красавчик. Хочу углубиться больше в сосновую часть. Под березовиков набрали. Хочу встретиться наконец с белыми. Так. Ну вот. Вот он. Вот он. Красавчик. Вот он. И вот он. Так. Ой. Постепенно выходит солнышко, и впереди нас ждут новые грибы. Так. Ой. Слышите звук? Красавчик. Так, 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 а это совсем... Ой. Ой, красавчики. Кто-нибудь уже увидел? Ой. Здравствуй. Боже мой. Грибы надо искать, только если ты знаешь, где их искать. Вот кто видит гриб? О, боже. Ничего себе размер. Ничего себе размер. Ничего себе. Фантастика. О, боже мой. Ой. Ничего себе. Запекся. Ничего себе. Вот это экземпляры. О. 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 Так. Ну что? Беда. 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 Второй. Вот это рождественские подарки белкам. Украсим мир своими руками. Еще одна рождественская елка. Ну что, виден маленький пирожочек? Ой, привет.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А наша грибная прогулка пришла к своему завершению. И у нас водные процедуры и ужин. Вот и освобождение!